the prize that you dreamed of, that you dream of. You will rise. There will come the day. Let the fire in your heart will guide the way. Будучи, не знаю вашей реакции, да, на весь этот видос. Я такой человек с детства, вообще всю жизнь был таким, что я если что-то придумал, что-то надумал, какой-то план себе выстроил, никогда от него не отойду уже. То есть, даже если мне сейчас скажут, Литвин, ну это пиздец, ты угробишь свою карьеру, если возьмешь, подожгешь эту тачку. Я скажу, нет, я все, я решил, я знаю, что я знаю, как лучше. Вот я такой человек, я знаю, как лучше, все. Ну все, вот никаких других вариантов. Я всегда гнул свою линию и всегда хочу делать так, как я хочу это делать. И всегда буду делать это так, как я хочу делать. Вот как-то так. Поэтому принимаете вы это, не принимаете. Извините. Во сколько приехали? Утром в 8. Здравствуйте. Приветствую. Дмитрий. Миша, очень приятно. Ну что, где расставляемся? Прави, вот. Понял. Все. Я думаю, вот прямо отсюда ее поставить. Машина едет. Едет, 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 едет. Останавливается вот здесь. Да, идеально. Камера уплывает на выхлоп. Чтобы люди... Я начинаю на спорт-плюсе газовать, чтобы люди поняли, что я не вытаскивал мотор. Что V8 остался. Да, да, да. Начнутся же подозрения, что типа... Ну, а V8, ну типа... Надо показать весь салон, что все целое. Да. Потом я открываю этот... 4 кнопки зажимаю, чтобы сразу все окна открылись. Да. Я начинаю, получается, выходить из машины. Да. Сразу иду в ту сторону. Камера идет со мной, соответственно. Вот камера идет вот так со мной. Я, соответственно, захожу за тачку.